Ой, кто играл? Фу! Тихо, ураган! Тихо! Ураган, иди сюда, палку ты, ну что ты, отвлек палкой ты? Иди сюда, ну-ка подожди, маленько, ну-ка подожди, а? Ой, ну где вы были, мои хорошие? Иди гуляй! Фу! Фу! Он не может оторваться от палки. Это люди от компьютера не могут оторваться. Ну! Что такое? Что такое? Да ты где был, а? Верный кольчик! Прыгай! Фу! Давай! Иди поиграй! Ну! Подожди! На, возьми! Ну! Покажи палку! На туалет забрось! На туалет! Фу! Фу! Все, гуляй. Иди познакомься. Ну что такое? Ураган. Ты забыл, где ты был, а? О, ездили мы с тобой сколько. Давай я тебя поснимаю. Работай. Киро. О, я ему сейчас пойду. Подожди, вон туда надо, нет, снегу мало. Подожди. Ой. Тихо! Во! Тихо! Во, во! Во, 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 во. Ну, тихо, свиные не надо, Нет, а? Свиные не надо, они дристать будут. Нет, подожди, фу, не надо, фу. Не надо, говорят. Сейчас я найду что-то другое. Подожди. Кости говяжьи. А тут больше ничего другого. Ой, не надо. Подожди. Это жирно. Фу! Подожди, подожди, фу! Фу! Да тут больше ничего и нету. Не, это вон, тигру кормить. О, а у меня там было два этих, желана у меня. Еще это со ступенек можно перебросать, да? Вот, Володя забрал. Это сегодня у нас 4 декабря 2014 года. Вот ребята пришли горку делать. Вот Сергей Пупков тут. Нынче снегу полно. Ураган, не балуйся, не лезь ко мне. Это ураган, который проехал от Тихого до Атлантического океана. Это у меня, наверное, да? А это верный. Верный, иди, иди не лезь. О, Игорь Дубунов с лопатой. А там Валера. Наверху Сокольский. О! Заливать. Сегодня тепло, поэтому. Ну сегодня как раз погода вам. Неожиданно помощь нам. Очень тяжелый снег быстро набросали. Ну. Вот тяжело было. Видишь, вот как. Щиты выставили. Два щита. А без них не сделаешь такую. А щиты-то это делал на машину, на большую. Да, увозил. Все к месту. Ну-ка. У меня, ой, куда удрал-то этот? Бегает за воробьями. Вон он где. Верный. Теперь только санки, брат. Ой, верный тут бегает, а? О. Беги, 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 беги. Ну, не крути за хвост. Ой.
Вот не просто так. Тут будет елка, вот видно. Вот как два щита, и между ними снегу. Нынче снегу много. Беги, беги, гуляй. Не балуйся. Беги, беги. Иди, камень, рога. Рядом. Рога. Рядом. Давай-ка, рога, покажи, еще они умеют. Рядом. Как он с двумя собаками рядом работает, я не знаю. Я никогда не работал с двумя собаками одновременно. Ох, они пошли воробьев гонять. Голубей-то не видать почти сегодня. Там один-два, может быть, только. Все же холодновато, как ни крути. О, ну что, о, здесь и снег. Лопатку. Ребятишки любят кататься. Или ты еще склон будешь делать? Воду не везет. Тут колонка рядом с колонки. Вот это путь, который на катушку проложит. Фляга, 4 ведра, ну и ведро еще и в руке. Вот кто не делал катушку, пусть посмотрят, как это делается. О, ну кто кого, ну-ка. Вот они, ураган слева, вот это. А вот этот более рыжий, это помесь овчарки с какой-то бельгийской овчаркой. Из двух овчарок. Одна. Вот он теперь в ванну снегу накладывает, Игорь Дубунов. Вот. Володя наливает туда воды, мешает, и Валерий туда наверх кидает. А Сергей подтаскивает снег чистый. Так? А, брат, чуть поближе. Поближе? Да, вот я стою туда. Вот так. Вот, а Сергей есть, подкатывает снег. Вот. Еще его повыше, да, надо? Надолбили. Ляга, так. Вот отсечет. Так, тот там разглаживает. Падает, ну, да? А эти стоят, упарились. Слюни аж распустил. Может, ураган. Это ураган. Самая знаменитая в мире собака. Ни одна столько на Благовестие не ездила. 117 тысяч километров позади. Находка — Тихий океан или Лиссабон Атлантический. Вот был на Скандинавии, Прибалтике, Турции. Во всех морях купался. Это вот этот самый ураган. Вот он. Это воспитанник его. Уже не уступает ему. Ему и год, наверное, всего только верному. Вот. На ледяную бабу он превратится. Скажешь, когда? О, теперь надо, чтобы сильного не текла вода, ждет маленько стечет. Тогда уже. Пошел. Берегись там, наверху. Сейчас команду даст. Даешь? Ага, в середину. Ага. Вот так. Вот так. Еще не надо? Сергей идет за снегом. Тут рядом весь уже выбрали. Но с ураганом не потягаешься. У него сильная шея тянет. Как. О, глаза-то какие сердитые. О, 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 о. Сергей уже волоком. Кто давил? А теперь на себе. Ну, она небольшая чашка-то, не устанет. Но, ну, ребятишки будут довольны. Это сегодня четверг. Некоторые уже в субботу будут. Вот, показать, что там Валерий делает. Укладывает его, растирает. Мокрый снег. А если просто лить туда, то она, вода пройдет через снег. Видишь, как?
Ну все, надо. А эти здесь подошли уже. Но ураган сильнее тянет. Ну верно, то все, он еще мальчишка. Один год ему рос. Но держит крепко. Вот снегу накладывают в ванну. Ну что, ну. Давай. Ну теперь Володя льет воду. Много надо. Еще надо, да? Да, еще можно водить. Ну все. Давай. Снимать-то снимаю, рука замерзла. А от ветра это? Все, брат. А то это некуда будет. Хватит. Вот, тут Игорь старается. Сейчас промою. Серега. Опыт уже громадный. Сколько уже строим горки? Сколько уже горок делали примерно? С 97-го года, с 98-го года, с 97-го. Ну, считай, 17 лет почти. Да, 17, даже на 18. Угу. Ну и за один год бороться не будем. Да, один раз строил Игнат Тихонович, деревянную попытался, да. Мастил, но не пошла она. Не очень хорошая катушка, потому что с дерева лед сходит. Да и тогда зима была теплая. Сергей вовсю работает, тянет снег. Да бегом еще. Вот до этой горки, чтобы была такая короткая и крутая. Вот так. Дошли только, наверное. А что, простыли? Простыли, один жалуется, головка болит, один кашляет. Давай! Эти кости, уходи! Рекорд! Рекорд, я тебе дальше. Пошли! Это горка-то короткая. Володя, что дальше-то не сделал горка? Ну ее надо это... Подливать еще, видишь, нету морозов. Кстати, пойди, давай снимай его. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокатись на нашей карусели. Ла-ля-ля, 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 ла-ля-ля. Ну, потому что она маленькая. Была большая, как на санках. А здорово. Коля, иди бери. Ну, Коля, вот пошли. Надя, иди косись, Коля. Сама. Да, мама, иди косись. А я у меня сынок, там мокрый будет. Мама, иди катайся. Игнатий Иванович? Ну, они знали. Они слышали. Лера, здесь нельзя. Давай, мама, подожди. Подожди. Давай. Поднимай ноги выше. Ноги. О! Отлично. Рекорд. Скорее надо успеть перекосить. Лера, ты слишком назад отклоняешься. Ты не зарядянки, если ты на... Я подождала.